Игроки «Локомотива» Сергей Плотников и Егор Яковлев стали серебряными призерами чемпионата мира по хоккею, который завершился в Праге. Увы, в финале нашу сборную разгромили канадцы 6-1. Однако железнодорожник Егор Яковлев отличился в личном плане. Несмотря на то, что он не набрал ни одного очка за весь турнир, Яковлев стал лидером команды России по общему количеству игрового времени, проведенного непосредственно на льду.